Привет, заяц! Как хорошо, что я тебя встретил! Я как раз ищу друзей. Давай поиграем во что-нибудь. О, да во что с тобой играть, ежик? Я, например, догонялки люблю. А как с тобой играть? У тебя вон лапки какие короткие. И бегаешь ты, как черепаха. И то правда. Какие уж тут догонялки. А знаешь что, заяц? Приходи ко мне на ужин. В настольные игры поиграем. Ну вот еще. Сам играй. Прикскок, прикскок. Рыкскок! Ой, жаль, я так хотел с ним дружить. Не вышло. Пойду поищу еще кого-нибудь. Шишку за пенек. Ой. Фу. Медведь, а медведь, ты куда дерево тащишь? Никуда. Откуда? Оно упало на крышу домика совы, а я снял. На дрова разрублю. О, медведь, какой ты молодец! А можно я тебе помогу? Куда тебе? Такому хилому. Отойди. Не мешай. Еще зашибет. Отвечай потом за тебя. Тоже мне помощник. Случилось что? Случилось. Медведь прав. Я такой хилый, что от меня никакого толку. Почему я не родился медведем? Кар! Зачем тебе быть медведем? У тебя свой талант есть. Талант? Это что такое? Талант? Это выдающиеся природные способности. А проявляются они в определенной сфере деятельности. Чего? Проще говоря, это то, что ты умеешь делать лучше других. А у каждого есть этот, как его, талант. Да, каждый умеет делать что-то
лучше всех. У медведя талант – сила. Лиса рисует портреты. Сова пишет детективы. А ежик? Ежик! Да какой у ежика талант? У него такие короткие лапки. И ползает он, как черепаха. Я даже с ним играть не захотел. Карр! Вот это ты зря! Ежик очень скромный, но как готовит! Он печет пирожки с ягодами, яблоками, грибами. А еще он очень добрый и гостеприимный. Знаешь, как он мне помог, когда мне было грустно? Чаем напоил, выслушал, рассказал смешные истории. О, ну вот, даже у ежика есть талант. А вдруг я такой один, без таланта? Нет такого зверька, у которого не было бы своего таланта. Нужно только постараться найти его. Постараться. Не можешь сам? Посоветуйся со взрослыми. Спроси у мудрых. Ворона, а ворона, ты такая взрослая и мудрая. Помоги мне найти мой талант. Для этого ты должен подумать, что ты любишь делать больше всего. Но я, конечно, не про интернет и не про видеоигры. Для этого таланта не надо. Ну, ничего особенного. По лесу бегать, да шишки пинать. Так может быть в этом твоя сила? Ты можешь стать талантливым футболистом. Там как раз нужно быстро бегать и мячик пинать. О, точно! Завтра же запишусь в футбольную команду и стану знаменитым футболистом. Заяц, я в тебя верю. Только помни, нужно очень много трудиться, чтобы преуспеть и развивать свои природные способности. Я буду трудиться, буду развивать, обещаю, клянусь морковкой. Спасибо тебе, ворона. Ты такая мудрая. Наверное, это и есть твой талант. Бесспорно. А теперь пойдем к ежику. Поиграем в настольные игры. Давай, а я как раз извинюсь перед ним. Прыг-скок, прыг-скок, ежик лучший наш друг.